Прокомментируйте игру, пожалуйста. Знали, что у соперника хорошая группа атаки. Вот. Насыщенная игра. Знали, что через центр играют. Все окружены двумя нападающими. Пытались этому противостоять, но считаю, что кадровые проблемы тоже у нас не было. Ни Семенова, ни Сквернюка повлияли. Может, по-другому бы это выглядело в середине. Вот, считаю, проиграли центр поля. Вот. Ну и плюс, конечно, линия нападения. Скажем так, не давало нашей защите дышать спокойно. Ну и вследствие чего поражение. Поэтому команду Ислыч поздравляю с победой. Спасибо. Павлович, а такой вопрос, а что с Лешей и Сашей? Ну, Саша Семенов заболел. Вот, как бы мы ждали 3 дня, что как бы он сыграет в игру. Ну, проблемы. То есть. А Сквернюк, опять же, мы надеялись, но он сказал, что не может в полную играть. Впереди еще у нас есть отрезок чемпионата, на который мы, естественно, рассчитываем. Ну и когда он будет полностью готов, он, естественно, выйдет на поле. Ясно, а планы какие ваши? Вы сейчас в группе лидеров. Есть надежда на третье место? Будете за него бороться? Мы будем играть в каждой игре на победу. Да. Независимо от соперника и на выезде, там, дома. Там. Сегодня, правда, не получилось. Но... опыт каждое прожектирование. Сейчас посмотрим. Спасибо.